находишься на солнечном берегу. Должен заехать Жанет. Еще не лето, но людей уже много. Начинается Пасха. И уже появляются подарочки. Как для взрослых, так и для детей. Зайчики. Вот. Праздничное настроение. Пасхальное чудо. Корзинки, зайчики. Молочный отдел Жанет. Каждому туристу это знакомо. Так, отдел сыра. Как же без него? Цены мы сегодня не показываем. Каждый турист знает, какие цены в Жанет. А Жанет как раз по ценам для туристов. В основном. Есть маленькие упаковки, есть большие. Кто сколько ест, короче. По 2,5 килограмма. По 200 грамм. Даже такие. Почти по 5 килограмм. Это кто очень много сыра ест. Ну, прям большими кусками. Вот есть 5700 в упаковке. Кто любит брынзу? Кто ест много брынзы, но прям кусками тоже? Можно взять пару ведер по 8 килограмм. 8 килограмм на двоих, по 4 килограмма на вечер. Это нормально. И закусить все это оливками. Один из любимых отделов туриста. О, это, конечно же, ой, гигантские кальмары. 18 килограмм. Креветки. 24, 22. Так. Так. Такая красавица. Это у нас целая семга, 35 левов на килограмм. Карп. Вот такой большой, красивый. Осетр. Ой, красавец просто. Камбала. Камбала стоит у нас 31,90. Вот такие огромные карпы. Килограмм. 11 левов. Ох, красота. Пойдемте посмотрим отдел колбас. Он такой большой вот. Выбор хороший, конечно. Все, кто приезжает в Болгарию, большинство покупают вот такие разные колбаски. Луканка. Очень хорошая вещь. Я думаю, это лучшие подарочки по приезду друзьям, соседям, родственникам. Вкусные, полезные подарки. Это отдел с вареной колбасой. С разными копченостями, сосисками. Все, у меня начинает сосать желудок, пора выходить с этого магазина. Конечно же, не могу не показать отдел хлеба. Красивый отдел со сладостями.
Ох ты, турецкая пахлава разная, булочки, тортики. Вот это самый красивый отдел, который только есть. Жанет, это самый невкусный. Советую всем прийти сюда, посмотреть, развернуться и уходить отсюда. Но это так, на мой вкус. Много тортов я здесь покупал. И в основном все эти торты мне не понравились. Мое личное мнение. Пишите в комментариях. Погода сегодня нелетная. Да-да-да, это не деревня. Это уже совсем другой мир. Каменные джунгли, как говорят в народе. Человейники, живут люди, ходят на работу. Никаких забот нет. Встал утром, сварил себе кофе и вперед. Трудиться, вернулся с работы, взял пульт, телевизор включил, посмотрел, пусть говорят, и спать. И так всю жизнь. Ну, кого-то это устраивает, конечно. А кому-то нравится курочек кормить. Ну да, не каждому это подходит. Но иногда нужно приезжать и в такие места, чтобы понять, что ты скучаешь по деревне. Это мы и сделали, приехав в нашу квартирку в Бургасе. Посмотрим, какой вид на дождливый Бургас из нашего окна или крыши. Кому как. Вот такой вид с нашей крыши. Ходят автобусы, ездят машины. Жизнь кипит. Строятся новые здания. Квартиры продаются, как горячие пирожки. Город, одним словом. Живешь так себе, думаешь, куплю себе пентхаус, поставлю лежаки, поставлю зону барбекю, выйду и буду смотреть вечно на озеро. А потом, оп, и перед твоими глазами начинают возводить один дом, второй дом, третий дом. И ты понимаешь, что не все так просто. Да, только после того, как перед твоими глазами, как в матрице, вместо озера появляются новые здания, ты начинаешь понимать, что, наверное, лучше купить домик в деревне с большим участком, чтобы соседних домов как можно дальше не видеть вообще. Кому они нужны? Ох, начинаешь чувствовать, что природа дает свое, и это нужно брать. И желательно иметь хотя бы маленький домик в деревне, чтобы проснуться утром с первыми петухами, в хорошем смысле этого слова, и наслаждаться пением птиц. И не видеть, как шуршат за твоим окном машины,
все куда-то спешат. Не оценивая свою жизнь. Кому что нравится. Поэтому пару дней в городе и бегом, 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 бегом в родную деревню, ближе к природе. Так и живем. Всем добра!